Австралийская компания Brabham Automotive на специальном мероприятии в Лондоне представила для VIP-гостей свой первый суперкар, трековую модель Brabham BT-62. David Brabham, Brabham Automotive, BT-62, go for it. Way to go. Woo! Компанию Brabham Automotive открыл в 2014 году Дэвид Брэбэм, сын трехкратного чемпиона гонок Формулы-1 Джека Брэбэма, который не только успешно выступал и в других видах автогонок, но и в 1960 году открыл собственную компанию по производству гоночных болидов Brabham. К сожалению, в 1992 году компания обанкротилась, и права на торговую марку Brabham стали переходить от одной компании к другой, пока в 2014 году Дэвиду Брэбэму не удалось в суде отстоять свои исключительные права на торговую марку Brabham. В этот же год он открыл собственную компанию Brabham Automotive и приступил к проектированию первого своего суперкара Brabham BT-62. Характерная особенность данного суперкара заключается в том, что машина предназначена не только для участия в различных гоночных сериях, включая и гоночный марафон 24 часа Ла-Ман, но и предназначена для эксплуатации на обычных дорогах. Благодаря кузову из углепластика и шасси из карбона вес машины составил всего лишь 972 кг. В качестве силового агрегата на BT-62 используется твинтурбомотор объемом 5,4 литра мощностью 710 лошадиных сил. К сожалению, о скоростных и динамических характеристиках своего суперкара Дэвид Брэбэм ничего не сообщает, но озвучил стоимость машины. Базовая версия Brabham BT-62 будет стоить 1 миллион фунтов стерлингов. Ну а всего будет выпущено только 70 экземпляров суперкара Brabham BT-62.